Всем доброе утро. Вот я с утра проснулась, заварила себе крепкий, хороший кофе. Знаете, с просонья как-то вот вытащила автоматически молоко из холодильника. Муж купил вчера это, как говорится, первый раз вот такое молоко. Знаете, с просонья читаю. Про канистру. Ну, естественно, так, знаете, я немного озадачилась. Ну, вот сейчас, как говорится, мой кофе готов. Я сделала уже пару крепких глотков кофе и перечитала. Знаете, вот что лично приятно мне? Что у нас сейчас работает хорошо, как говорится, маркетинг, да, и работают профессиональные дизайнеры. Вот, смотрите, как можно использовать еще раз эту упаковку. Ну, не знаю, мелочи, вот лично мне это приятно. Вот, и действительно, правильно они назвали семейный формат. То есть вот так вот, знаете, как говорится, с такой приятной мелочью я пью свой утренний кофе. Желаю вам тоже приятного кофе и приятных хотя бы мелочей по утрам, чтобы вы всегда вставали, как говорится, с той ноги. Будьте бодры, веселы, хорошего рабочего дня.